5 новеньких автомашин УАЗ-фермеров отправились в Тесхемский, Дзунхемчикский, Улукхемский, Тандинский и Авюрский районы. Они предназначены для работы сельхозуправления районных администраций. Ключи от машин вручил глава Тувы, который пояснил, что эти транспортные средства передаются по итогам работы управлений в 2018 году. Специалисты управления – ключевые фигуры в хозяйстве района, примерно как директор совхоза. Ему до каждой стоянки надо доехать, до каждой кормозаготовительной бригады, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе, доподлинно знать, чем нужно помочь каждому из арадских хозяйств. Одному доктора привести, другому ветеринара, у третьего проблемы с техникой, срочно нужен хороший слесарь, у четвертого корову украли, участковый требуется. Так что такая рабочая лошадка, как фермер, для сельхозуправлений очень даже подходит.